Привет, меня зовут Мария. Привет, меня зовут Инна, и мы представляем международную марксистскую тенденцию. Очевидно, что данная реформа не принесет никакой пользы, разве что местной олигархии. Возрастет безработица, хотя уровень структурной безработицы и так немалый. Будет влияние на рынок труда, увеличится конкуренция, снизятся зарплаты. Едва ли не состоявшиеся пенсионеры будут цепляться за малейшую копеечку. Это полнейшее зверство, разве нет? Для нас, как для марксистов, участие в этой кампании – это не только борьба против наступления на социальные права трудящихся, это еще и позитивная программа, которую мы должны предлагать здесь сейчас, программа против либеральных реформ, программа против гегемонии либералов в политике и экономике. Марксистская тенденция, как понятно из названия, – это организация коммунистов. По этой причине мы поддерживаем все самостоятельные выступления рабочего класса в своих интересах. Мы участвуем в том числе в борьбе против пенсионной реформы, потому что это борьба трудящихся за свои интересы. И мы поддерживаем самостоятельные выступления рабочего класса от уровня предприятия до уровня страны или даже до международного масштаба. Наша организация действует более чем в 30 странах. Знаете, я не думаю, что стоит строить лишние надежды, нужно просто действовать. Наш штаб собрал много людей и стремится к еще большему количеству. Это уже огромный плюс в создании нашего будущего. Мы считаем, что для того, чтобы компания развивалась дальше, нам необходимо предлагать движению не только программу против, но и программу за. Мы должны не просто останавливаться на требованиях за сохранение существующего возраста выхода на пенсию, 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин. Наступление на права рабочего класса будет продолжаться и дальше, это очевидно. Аргумент все время будет один и тот же. Денег в бюджете недостаточно, нужно пополнить бюджет за счет простых трудящихся. Мы должны предлагать свое решение этой проблемы. Проблемы государства должны решаться не за счет бедных, а за счет богатых. Не за счет класса трудящихся, а за счет эксплуататорских классов. В качестве минимальной меры мы можем уже сейчас предлагать отмену прогрессивной шкалы взносов в пенсионный фонд, прогрессивное налогообложение, программу ужесточения ответственности бизнеса за теневую занятость, за черную и серую схему заработной платы. Марксистская тенденция приглашает всех на митинг 16 сентября. Следите за информацией в наших группах.